Здравствуйте, да. Вот мои тут воспоминания. Это были гастроли американского балета. Это балет City Center Joffre Ballet США. Проходили эти гастроли в Советском Союзе. Вот там написано здесь, гастроли проводятся в соответствии с программой культурных обменов между СССР и США 1974-1976 год. Труппа City Center Joffre Ballet, художественный руководитель Роберт Джоффри, заместитель художественного руководителя Джерел Арпино. Да, и вот тут вот дается история на русском языке. Специально созданный буклет. Создан был, труппа была создана в 1954 году, его были первые балеты. Да, я была на этом спектакле. Вот он, собственно говоря, Джоффри, Роберт Джоффри. А это у нас Джерел Арпино. Вот так вот, вот. Красивая такая балетная труппа. Вот. Девочки, мальчики все занимались. Вот. Видите, как. Это на тот момент, это 73-74 год, поэтому вот она, труппа, начинается спектакль. Это спектакль, это одна из таких балетов, это парад. Полет в одном действии, музыка Сати, Энрико Сати, сценарий Жака Кокто, постановка Леонида Мясина. Очень забытые постановки, балетные спектакли Мясина. Мне кажется, что нужно к ним как-то и возвращаться. Значит, парад был поставлен в 1917 году в труппе «Русский балет» Дягилева. Вот, в 73-м. Пригласил Мясина, чтобы он поставил этот спектакль у них. Видите, декорации и костюмы Пабло Пикассо. Это такой был спектакль. Потом вот «Зелёный стол». Так, постановка Курта Йоса, немецкого хореографа. Это было посвящено войне, началу войны или вот фашизму 32 года. И вот там она как раз. Ну, есть и книжка тоже именно под этим «Зелёный стол», так и называется. Вот. Дальше идет «Прекрасный Дунай». Опять-таки постановка Леонида Мясина. Одноактный балет Йоганна Штрауса. Вот. Потом был спектакль вот «Игры» Джома Робинса. Балет поставлен на музыку маленького американского концерта Мортона Гулда. Ну, современный спектакль, да, Нью-Йорк. Современная хореография. Это спектакль Павана Мавра, вариация на тему Отелло, музыка Перла, Генри Перла, в аранжировке Саймона Садова. Очень интересный был спектакль. Ну, совсем уже нью-йоркский экспорт, опыт джаз. Так, постановка Джерема Робинса. Ну, ясно, что по теме «Висайская история мюзикла». Дальше есть спектакль «Движение». Балет в одном действии, постановка Джерома Робинса. И спектакль идет, балет идет в абсолютной тишине, без музыки. Тоже было очень интересно. Теперь вот «Виват Вивальди». На музыку тоже очень интересная музыка. Может, надо найти, послушать еще. Балет в одном действии на музыку концерта для скрипки, струны и цимбала ре-мажор Антонио Вивальди.
Джерома Арпина. Такой спектакль. Другой был спектакль еще вот «Тайники». Балет в одном действии на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Джеральда Арпина. Вот. У каждого есть свои тайники. Следующее это было «Они привезли конфетти». Постановка Джерома Арпина. Балет в одном действии на музыку Джузеппе Верди. Это балет был поставлен на музыку увертюры к опере Верди «Семирамида». Вот. Следующий такой вот они привезли, это была «Троица». Музыка Алана Рафа или Холдриджа. Рок-группа «Вирджина Ула». Партия органа тут и есть. Постановка Джерома Арпина. Тоже, наверное, интересно. Вот. Следующий – это «Цепь танцев». Балет в одном действии. Музыка Йогана Штрауса-старшего и Йогана Майера. Постановка Джеральда Арпина. Да, балет «10 танцев», «Голубов», «Вальсов», «Полечек». Это музыка. Дальше идет «Воспоминания», поставленное на музу Рихарда Вагнера. Это как бы это такое романтическое, поэтическое такое вот балетное спектакль. Это о любви Вагнера к поэтессе Матильде Везендонг. Вот. А тут вот в конце очень интересно, мне понравилась одна комбинация, я ее даже здесь вот написала. Вот здесь вот написала даже, да, комбинация. Это вот подскок по пятой позиции, остановка Батмаунтон левой ногой, вот левой ножкой, паса левой ногой, правая в сторону на 45 градусов, и вот такой вот прыжок. Когда соединяются вот так вот ножки. Но это очень интересно, надо вспомнить эту композицию. Не помню, где это я видела, в каком вот из этих спектаклей. Ну вот, гастроли в Советском Союзе были. Вот, Сити Центр Джоффри Балет. Это удалось побывать, чему я очень рада.